Привет, друзья! Вы хотите разговаривать как носитель языка? В повседневной жизни мы общаемся с разными людьми, с начальником, коллегами, друзьями. Сегодня мы рассмотрим 7 ситуаций, и вы узнаете, как выразить одну и ту же мысль, если вы находитесь в формальной, обычной или неформальной обстановке. Все от вежливого английского до молодежного сленга. Ситуация первая. Дэйв много знает о компьютерах. Formal. Он очень хорошо разбирается в информационных технологиях. He is quite knowledgeable about information technology. He is quite knowledgeable about information technology. Normal. Он много знает о компьютерах. He knows a lot about computers. He knows a lot about computers. You know a lot about computers? You know a lot about computers? Informal. Он довольно много знает о компьютерах. He's pretty hot on computers. He's pretty hot on computers. Ситуация вторая. Ваш начальник немного разозлился. Formal. Он находится в состоянии легкого гнева. He's in a mild state of anger. He's in a mild state of anger. Normal. Он немного сердит. He's a bit angry. He's a bit angry. Informal. Он в ярости. He's in a huff. He's in a huff. I'm in a huff. I'm in a huff. Он встал не с той ноги. Дословно, он проснулся не с той стороны кровати. He woke up on the wrong side of the bed. He woke up on the wrong side of the bed. Somebody woke up on the wrong side of the bed. Somebody woke up on the wrong side of the bed. Ситуация третья. Книга, которую вы читаете, очень скучная. Formal. Это погружает меня в сон. Дословно, это убаюкивает меня до состояния дремоты. It lulls me into a state of slumber. It lulls me into a state of slumber. Normal. Это так скучно. It's so boring. It's so boring. Informal. Это чертовски наскучило мне. Дословно, это наводит на меня адскую скуку. It bores the living hell out of me. 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 Ситуация четвертая. Вам надоедает какой-то назойливый человек. Formal. Я был бы признателен, если бы вы не надоедали мне. Дословно, воздержались от назойливости.
I would appreciate if you refrained from being a nuisance. I would appreciate if you refrained from being a nuisance. Normal. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Please leave me alone. Please leave me alone. Informal. Отстань. Lay off. Lay off. Oh, honey, lay off. Oh, honey, lay off. Отвали от меня. Get off my back. Get off my back. Get off my back. Get off my back. Ситуация пятая. Вам требуется чья-то помощь. Formal. Не могли бы вы помочь мне с этим? Would you mind assisting me with this? Would you mind assisting me with this? Normal. Не могли бы вы мне помочь? Could you help me? Could you help me? Informal. Помоги мне. Дословно, дай мне руку. Lend me a hand. Lend me your hand. Oh, oh, lend me a hand, boy. Oh, oh, lend me a hand, boy. Ситуация шестая. Вам кто-то сильно не нравится. Formal. Я испытываю к нему отвращение. I have developed a distaste for him. I have developed a distaste for him. Normal. Мне совсем не нравится этот парень. I don't like that guy at all. I don't like that guy at all. Informal. Я его терпеть не могу. I can't stand him. I can't stand him. Oh, I can't stand him. Oh, I can't stand him. Я его на дух не переношу. Дословно, я ненавижу его кишки. I hate his guts. I hate his guts. He's a wonderful guy, but I hate his guts. He's a wonderful guy, but I hate his guts. Ситуация седьмая. Задание, которое вам дали, очень простое. Formal. Это невероятно просто. It's incredibly simple. It's incredibly simple. Normal. Это так легко? It's so easy. It's so easy. Informal. Пара пустяков. Дословно, кусок торта. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. И на сегодня это все. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк. И напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделала продолжение к этому видео.
До новых встреч!